Вы посмотрите, я сегодня по-весеннему такие оттенки. Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами смотрим видео, знаете какое, девочки мои сладкие, самые красивые платья в мире! Боже, вы готовы? Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все те, кто поставит лайки за 3 секунды, вам будет вести всю неделю. Итак, считаем 3, 2, 1, 0. Все те, кто поставил лайки, удача отправляется к вам. Да, ну а мы начинаем смотреть самые красивые платья в мире. Погнали! Ой, ну шо ты? Ну шо ты? Ой, шиньон-то прикрепила. Вот это красиво, летящее, легкое. Нет. Мне не нравятся обои. Вот это так объемно, посмотрите на эти плечи. Вот это хорошо. Вау! Это прикольно. На какую-нибудь вечеринку, типа Ариана Гранде, хорошо бы в этом смотрелось. Она любит что-то такое. Нет. Простите, пожалуйста, но вот такие объемы вот здесь. Это как-то странно. Ну, такое. Такое. Вечеринка сороковых, да, возможно? Как это? Как же тяжело, наверное, в нем идти. Она прям поворачивается. Я вижу, она еще светится. Ну, классно. Она как Золушка. Что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Вот этот ремень. Как вы думаете, на что это похоже? Может быть, немножечко на люстру? Вот это точно похоже на абажур. Такая пернатая птица, экзотическая. Куда в таком платье? Не знаю, вот. На выпускной можно, наверное, или нет. О, вот это офигенное! Берем! Не очень. Светлана Лобода, тоже Светлана Лобода. Все, что похоже на Светлану Лободу, это старец. Светлана Лобода хороша. А вот эти вот все платья, такие вот, знаете, чересчур нарядные, то да. Классные волосы, классная задница, классный цвет. Но бархат уже не в моде. Розовая роза. Мне нравится открытая спина. Это всегда очень женственно и красиво. Но эти розы, это слишком много объема. Нужно быть супер худой, чтобы такое носить, потому что объемные детали всегда прибавляют вес, особенно белый цвет. О-о-о! Ну, здесь у нас ничего лишнего абсолютно, и этим и хорошо. Ну, на Хэллоуин в качестве вампирши изумрудной, то да. Возможно, эти рукава, они прям такие вампирские, такие старомодные слегка. Мне не нравятся рукава. Если выдрать рукава, то вполне себе ничего такая модель будет. А так все закрыто, объемный низ, рук не видно утонченных. Хорошо сделан бюст зато. Опять же рукава. Но почему они не знают грани вот этой вот золотой середины? Если у тебя все блестит, ты нарядна, ужасно. Зачем тебе рукава еще широкие? Вот тут они хотя бы узкие, совсем по-другому смотрятся, даже несмотря на ляпистость этого материала. Трясем сисями! И всем, чем можно трясти, в этом платье можно, поверьте, делать все, что угодно. Также я не совсем приветствую вот такой вот, знаете, макияж, который взрослит. Вот эти все стрелки, вот эти четко проработанные скулы. Видите, у меня нет стрелок, у меня просто тени блестящие. Мне достаточно. Напоминает скатерть? Ну, я же не одна это вижу. Так, что она пыталась встать, но не вышла. Ну, сейчас не получится. У нее слишком тонкие ноги, видите? Ой, как голографично. Мне нравится, как это блестит. Я бы хотела, чтобы юбка была другая, чтобы она была в обтяжку. О, ну просто обычное серебристое платье. Классные ботфорты. Ну, ботфорты тоже уже не модно. Ну, только с короткой юбкой. И то есть эти ботфорты на платформе, не знаю. У меня есть такие, но они как ботинки огромные, такие массивные. Не на каблуке, а вот это просто прелесть. Офигеть, это пирожное. Это же пирожное, да? Я права? Ну я не пирожное, я вот так. Капец! Интересно, мне кажется, оно даже без внутренней юбки, которая делает объемнее еще материал. Оно, кажется, вот такое вот воздушное, как пироженка, есть. Офигенный материал.
Но представьте его в черном цвете, это было бы просто бомба. О, как это... Да, это классно. Но, блин. Вот это хорошее. Мне нравится. Более молодежная модель. Красивый оттенок под цвет меня. Заценили, заценили? И это тоже под цвет меня. Вот ради только таких фоток можно такое надеть. Потому что, блин, тяжело в этом ходить. Сколько у меня... Хорошая была модель. Хорошая модель тоже. Офигенный материал. Сколько у меня было этих длинных платьев и... Ох, господи боже. Как же в них тяжело. Во-первых. Во-вторых, их негде хранить, потому что они занимают все место со своими такими юбками огромными. Нужна отдельная гардеробная под такие платья, поэтому они все лежат у меня в коробках. Так. Хорошо, но ремень не очень подходит. Чё я такая вредная? Я не вредная, просто говорю свое мнение. Ладно, вот эта роза мне не нравится тоже. Да и вообще не нравятся мне эти розы на платье. Розы должны быть живые. И то не надо их срывать, просто нюхать на клумбе. Ты, Белоснежка. Почему женщины так любят объемные рукава? Кто-нибудь мне расскажет, покажет. У тебя руки какие? У меня худые, и мне хочется это показать. Перья, перья. Вот любую девочку, даже самую молодую, наряди вот в это платье, она прибавится в возрасте сразу, автоматически. Если даже ты покупаешь вечернее платье на выпускную или на праздник, нужно немножечко сопоставлять с возрастом. То, что пойдет женщине там 40 лет, не факт, что пойдет тебе. Не все длинные платья хороши. Нужно, чтобы там современное было. Аккуратный лиф, например, да, без вот этих огромных всяких штук, без рукавов. Просто подчеркнуть твою красоту, юность. Капец, как странно. Это странно. Это странно. Очень странная фигня. Как она в нем ходит? Вот так ножками, так-так-так-так. Я не понимаю эту модель. Правда. Ну, более-менее. Я бы вот этот бы топ взяла бы да со с джинсами, да со с кроссовочками, чтобы не было перегруза. Ну, или с брюками, например, с белыми. А не с вот такой юбкой. Опять эти рукава, да? Вы знаете, да, что они меня бесят? Да, бесит. Ой, это красиво. Ура! Красота! Смотрите, как аккуратно все сделано. Подчеркивает фигуру, грудь, шею, открывает руки. А тут опять наворотили. Ну, благо оно черное. Черное? Русалка! Это же русалка! Прям русалка вылита. Ну, это ужасно смотрится, вот этот объем внизу. Боже, кто это придумал? Боже, кто это? Вот такая модель смотрится гораздо лучше, ничего лишнего, только отрез дает бахрому. Бархат никто давно уже не носит, больше похоже такой материал, такое платье для танца. Бальных. Современно бальные танцы, там, джага-джага. Нет. Ну да, вот это да. Офигеть. Вот я однажды мерила так, точно такое же платье. Оно мне прибавило килограммов 5. Правда, как бы я не втягивала, ничего не делала. Оно просто вот такое бум. Где голова? Это крыльев этих не видно головы. О, нет. Нет. Тоже нет. Кто так ходит? Это уже давно не модно. Легкость. Легкость где? Они что, блогеров в Инстаграме не смотрят? Жасмин! Капец. Леди ин ред. Такая какая-то
мусульманская модель, но мне нравится. Немножко по сучьи выглядит. По сучьи ты такая. Dior. Dior. Что ты там опрячешь? Ну покажи, что. Ой. Ой-ой-ой. Побежали. Вот, летящее платье. Всегда хорошо, лучше, чем вот всякое вот это. Холодное сердцем, да? Что, все? Вот такое у нас сегодня было видео, ребята. Напишите в комментариях, какое платье вам понравилось больше всего. Я почитаю. Вдруг наши вкусы совпадают или не совпадают. Это тоже имеет место быть. Все в ваших руках. Полная свобода. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, целую. Пока.